Здравствуйте, друзья! Я возвращаюсь к сюжету, который мы вчера с Натальей записывали по поводу того, как во время интервью отвечать на вопрос «Расскажите о себе». И там возникла интересная такая беседа, обмен в комментариях, который вот я в голове держу, не уходит, я хотел бы поговорить на эту тему. Там женщина спрашивает, а почему, собственно, вот не сказать, что материальная сторона тоже интересует? Ну, правда, вот, ну, кто же не хочет, например, получать больше? Кто же не хочет поменять профессию на такую, где больше платят, нежели, скажем, на такую, где платят меньше? Что плохого-то в том, чтобы получать больше? Да, конечно, ничего плохого, кто же говорит. Вопрос в том, что вот я приводил там пример с доктором, да? Вот вы можете сказать доктору, ты что, из-за денег? Доктором. Он говорит, нет, как же я людям помогаю там, и вроде понятно, но просто деньги присутствуют, но они присутствуют как бы сзади, в бэкграунде. Любая профессия связана с какими-то деньгами. Например, когда молодой человек решает идти, допустим, в electrical engineering или в computer science, мы понимаем, о чем идет речь. Мы понимаем сегодня, что когда он поработает программистом 5-6-7 лет, вот где-нибудь в Кремниевой долине, он может получать там 140-150 тысяч долларов. Вот сегодня они получают эти деньги. Вопрос в чем? Не каждый человек может и не каждый человек хочет. Когда человек идет в бизнес, да, конечно, если он не будет очень успешный, то может он пиццу будет возить, там, это отдельная история. Но если он будет успешный, если он из хорошего университета, мама родная, это же как он может... какие деньги громадные зарабатывать. Поэтому в каждой профессии, в зависимости от уровня успешности человека в этой профессии, он, соответственно, какие-то деньги получает. Это всегда присутствует. Это как-то вынесено за скобки. Понимаете, то, что за скобками, то за скобками. Это не обсуждается, поскольку, значит, оно и так понятно. Даже если вы этого не скажете, оно все равно понятно. Но тут возвращаемся к вопросу, а что плохого, если то, что и так понятно, человек сказал вслух, ну что, плохого? Казалось бы, ничего плохого, но тут есть тонкость некоторая. Вот я приведу пример, чтобы нагляднее было. Много лет назад, когда мы только начали вот эту школу, я начал учить, в частности, учить тому, как работу искать, я перехлестнулся, как бы столкнулся с тем, что многие студенты ходили на курсы по английскому языку. Тут у нас рядом при местной Джуйке. Джуйка – это так сокращение для Jewish Family and Children Services. То есть, а есть еще Jewish Vocational Services. Это как бы еврейская, но не конфессиональная организация. Там кто угодно может быть их клиентом. И там вот учили, в частности, английскому языку. И в частности, был отдельный курс такой английский для поиска работы. Английский для работы. Такой, да? И многие ребята, которые у меня тогда учились тестированию, они ходили на этот курс. И там была какая-то очень классная женщина, которая, американка, которая очень здорово учила языку, все были от нее в восторге. Ну и она, в частности, значит, забиралась в вопросы, как отвечать на вопросы на интервью. Наверное, американка, которая всю жизнь тут родилась, выросла, и там ей к полтиннику. Может быть, если взять там какого-нибудь отдельно такого, ну, не говорящего по-английски чурку, который откуда-то свалился, вот, то, может быть, она что-то ему разумное скажет. Но все-таки это специальная область, все-таки это люди с высшим образованием, и, в общем-то, они не совсем уж такие чурбаны-то, да, они соображают. И вот она учила их отвечать на вопрос о недостатках. Вот это как раз манипуляционная техника, вот то, что она пыталась сделать. Я против манипуляции абсолютно. Значит, она говорит, значит, есть такой метод, как бы у этих манипуляторов, которые учат, как отвечать на этот вопрос. Один из методов, это метод такой закосить под то, что, например, недостаток это как бы достоинство. А вот другой метод, это вроде бы ты сказал о недостатке, но недостаток это такой очевидный, что вроде как ты и на вопрос ответил честно, но с другой стороны не раскрыл ничего о себе, что могло бы на тебя негативно повлиять. Она их учит, вот следуя вот этому второму методу, она их учит. Вы скажите, какой недостаток? Вы говорите, ну вот английский у меня неважный пока. Ну я там набираю оборот. Казалось бы, ну что такого-то? Это же очевидно, да? Возвращаемся к нашему вопросу с деньгами. Понятно, что деньги
это как бы важный вопрос, почему об этом нельзя сказать. А вот когда человек, по факту, когда человек, вот я с ним разговариваю, ну как-то мы разговариваем, то есть я в бэкграунде, как бы, я понимаю его уровень английского там, и я оцениваю. И вот он мне говорит, ну вообще-то у меня английский фиговый. Я думаю, ой, ты мама родная. То есть мало того, что я вижу, там еще такой пласт есть. Понимаете, это пугает людей. Разве можно так? Это хуже, это человеку в убыток. Казалось бы, вот он этот совершенно очевидный, так сказать, акцент, совершенно очевидные проблемы в английском. О них даже задумываться не надо. Понимаете, проблема в том, что человек начинает задумываться над тем, что у него сидит в подсознании. И оно из подсознания переходит в сознание. И вот тут начинается проблема, потому что он сознательно начинает отторгать что-то, чего подсознательно он принимал. Понимаете, если подсознательно у него не было проблем с английским вот у этого человека, то мы привлекаем его сознание, а он сознанием тоже же решение принимает, не только же подсознательно. Очень многие люди сознательно что-то делают. Не все, и даже не большинство, но все-таки. Значит, и вы сознание привлекаете, ой, думаю, да, в английский проблема. Уж если вы говорите, что проблема, то уж точно проблема. Так, может, он не заметил бы, внимания бы не обратил, там, и, может, все нормально было. Любой человек, у которого там, скажем, не знаю, 50% английского, скажет, что у меня проблемы с английским, он уже будет смотреться, как человек, у которого 25% английского, а не 50%. Вот, собственно, и все. Любой человек, который начнет говорить, что я вот меня интересует денежная составляющая этого дела, и, может быть, это не самое главное в его решении, хотя это тоже важно и так далее, будет складываться ощущение, что кроме денег его вообще мало что там волнует. Был несколько лет назад, я боюсь соврать, 4-5 лет назад был опрос о том, что людей волнует при выборе работы. Не выборе работы. Вообще вопрос был о приоритетах в жизни. Что волнует? Деньги на пятом месте. Понимаете? Деньги на пятом месте. Конечно, у иммигранта, особенно у новичка, деньги уже не на пятом месте, а может быть даже и на первом, потому что ему надо выйти на тот уровень, когда он может расслабиться, и деньги у него идут на пятый. А на первом у него будет семья, потом у него там будет мир во всем мире, там еще чего-то, и только потом деньги. И я хотел просто отдельно предупредить о том, что вот есть эта опасность. Вот есть вот эта опасность вытаскивания из подсознания проблемной ситуации, вытаскивания в сознание. Потому что пока она в подсознании, она может еще по тебе и не стукнет. А когда она в сознании, она точно стукнет. Вот, собственно, и все. Вот поэтому нельзя. Так, ну что же, мы приехали на работу. Все, друзья, счастливо. Мы с вами прощаемся до следующих наших сюжетов.